Дорогие наши сестры, сегодня такой день, и 8 марта мы поздравляем вас от имени всех братьев. Я поздравляю вас с 8 марта и желаю, чтобы в вашей жизни было много мира, счастья, радости, чтобы в это 8 марта, это как праздник весны, и чтобы эта весна была в вашем сердце, в вашей душе. Вопреки всем обстоятельствам, вопреки всему, что происходит, пусть радость наполнит вас благодать и благословение. Пусть вас просто настигают. Благословляю вас, дорогие сестрички, благословляю вас, благословляю вас. Я хочу сказать вам, все будет хорошо, все будет классно. Рой Кыргызстан, Узбекистан, дорогая Армения, Россия, Украина, наша драгоценная, и Германия, Европа. Всех вас мы поздравляем. И я хочу вам пожелать просто всем, чтобы вы в это время наполнялись силой Святого Духа, проповедовали Евангелие Иисуса Христа и видели Его руку на своей жизни. И сегодня мы еще вернемся, так сказать, и обязательно будем еще говорить. И я вас благословляю. Аминь.